Добрый день, мои друзья и гости моего канала «По дороге с облаками». Меня зовут Оксана. Сегодня 9 мая, День Победы, День памяти наших дедов и прадедов, наших героев, которые сражались в Великой Отечественной войне за нашу мирную жизнь. Сегодня мы хотим проехать к Вечному Огню и возложить цветы. На! Цветы. И цветы тебе. Все, не надо, закрывать. Вот они, Артем с папой, идут к Вечному Огню положить цветочки. Да? И шарики. И шарики. А вот цветы продаются, оказывается. Да, цветы продаются. Ну давай купим. Ну тогда пошлите. Магнум у нас работает. Сулпак, говорят, открылся. Это улица Алматинская. Центральная улица в городе Каскелен. Ее перекрыли для машин. Машины не ездят сейчас здесь. И люди прогуливаются, держась подальше друг от друга. Это наш Акимат Карасайского района. И вот здесь развиваются флаги ко Дню Победы. 75 лет со Дня Победы. И флаг Казахстана. Посмотри, какой у нас мемориал славы и памяти. Сколько там уже цветов люди принесли. Много цветочков? Вот. Памяти каскеленцев, отдавших свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Шарики к цветочкам привяжите. Там есть веревочки, чтобы они не улетели. Люди приходят, приносят цветы. А здесь, на мемориале, написаны фамилии героев. Это, я так понимаю, же герои каскеленцы, да, кто в Каскелене жил, кто проживал и кого призвали на войну из Каскелена. Вот такие. И с той стороны тоже. Это, скорее всего, встанет. Да. Пойдем. Очень мало народу в Каскелене. Но у нас везде очень чисто, аккуратно, ухоженно.